А сейчас играем в Нардгамон. Нардгамон что такое? Есть Лонгамон, Нардгамон. С кубиком, длинные с кубиком. Погнали. Матч до 5. Вот прям такой серьезный сыграем. 3-2. Здесь уже кубик очень осторожно. Смотри. Мы сегодня после шашлыка, так что у нас будет кубик крутиться, вертеться. Хорошо крутиться, вертеться. 2-5. Фух, тяжело после шашлыка. Тяжело в каком плане, что? Есть 6, а 4 не вижу. 6. Давай, 4. Два. 4. Ну, 1-1 есть. 1, 2, 3, 4. Есть. Сори. 6-3. Что у нас есть? У нас есть 3. У нас есть 6. 5-1, я думаю, шестерочку. Да. 4-1, я думаю, 1. А почему бы и нет? 6-3. Я думаю, так. Блин, базочка хорошая. Я думаю, мне кажется, при помощи этой базочки нужно удвоить. 5-6, да? Это 6, а это 5. Смотри, какие 4-4 сексуальные. Раз. Сексуальный прям бросок. 2-3. Ну, папа, вскроемся. 6-5. Что сюда попадает? 5-6. Неохота жертвовать вот этой. Неохота. Значит, пожертвуем вот так для захода вот сюда. И ты смотри-ка. Все ты прочувствовал. Знал, что я буду делать. 4-3. Ну, давай сюда уже. 2 раза подряд. 2-1, да, бросаешь? 1-4. 2-1, 2-1, 1-1. Ну, я бы точно разбил их уже. Я бы разбил, не знаю. Такие нарды. Эй, какие нарды? Дешевые. 4-6 попадает. 1, 2, 3. Ну, вот эту поправь, 4 под шестерку, чтобы выйти. Чтобы зайти. 3 и 1. Видишь, нет, они 4, 5, 4. Ну, вообще шестерок, пятерки. 4, 1, 5. Даже 4, 1. Я только одну туда засунул и все. Неплохо я тебе дал эту кубик. Кубик, да, неплохо, да. Все перевернется сейчас. Да куда перевернуться? Ну, надо 5. Поворачивать. 3. Ну куда там переворачивать? 5-3. Куда там переворачивать? 3. Я бы вот. Ой, блин, ну так я и говорю. Раз, два. Ну что делать? 3-4. Там скрываться особо. 6-4. 6. Ага. 4. Вот за ту оплошность. 1, 2. Помнишь? 3.
где ты должен был заходить сюда. Теперь добро пожаловать домой. Добро пожаловать. 2, 3, 4. Вот так. 5, 5. Смотри, как. 1. Симпатично. 2. Симпатично. 3. Ну что еще сделать? Еще метр сделать? Да, пожалуйста. Да, пожалуйста. Что такое? Что я сюда не прыгну? Что я сюда не прыгну? Еще как? 2, 5. Вот 6. Шестерка любого. Ну а что, их не было бы? 5, 3. Была бы. Это у тебя хорошо, что ты там хорошо конструкцию сделал. Хотя мне надо было, мне кажется, 5-3 уже скакать сюда. Оттуда. Понял, да? 6. У тебя вон 6 сколько, все равно бы нашел. Ну 5, да. 3. 5, 4. 4. 5. 5-1. 5-2. 5-2. Опа. 3-1. 4. Ты не торопишься собирать, да, на шестерке? Вижу. Не торопишься. Раз, два, три, четыре. Не торопишься. 3. 2. 6, 2. Может, сейчас? 6, 2. О, 5, 5. Это раз. Это 2, 3. Ну, давай на пятерке уже. Какая разница? Раз. 2, 3. Молодец, молодец. 6, 3. Мне полезно это будет. 5, 4. Так, мне полезно это будет. 6, 3. Что мы сделаем? 3, 6. Да сделаем это 3, 6. Вот так. Это тактика заманивания. Сюда. Молодец. 5-3. Тактика заманивания. 5-5, конечно. Куши всегда не видны. Шикардос, просто камень. 4-1. Да, шестой тебя спасает конкретно. Да, я его лучше, чтобы ничего не сбросил один ход. Раз, два, три.
4, 2. А где его взять? А 2-1 еще играет. 2-1. Не, я могу не сбрасывать. 2-1 играет. Как в прошлый раз. Не, я могу не сбрасывать. Почему? Как я и говорю. Ты вроде бы признался. А. Не признался, да? Ну, не, любая единица, любая двойка. Это не так, как у меня было в прошлый раз. Тогда. Давно. А два. Это сейчас... 2-1 только нужно. Здесь 3 и выше. А, вообще-то у тебя... Вау. Вау, что он кидает. Что он кидает? Да. Да, ты мне дорожку где-то выстроил. Но у тебя были шансы еще, смотри, как выиграть. Ничего да, себе. Да, да, были шансы. Ничего себе, как были шансы. Ну, ой. Я где-то даже подумал, что ты четверку поставишь. Я подумывал, но... Я даже подумывал, где-то ты четверку мне поставишь. Я хотел, но видишь, кушаю вообще. Да? Ты хотел четверку. Я думал, ничего себе, сейчас смотрю. И четверку... Да у меня начало, ты видишь, какое плохое было. Я к тебе сюда въехал одно, и построение было какое плохое. Чайчик идет под игру. Всю ночь готов так с тобой, папа, играть. Всю ночь шпилить. Готов даже с работы уволиться. Шпилить. Два. Нет. Ты знаешь? Это 6. Сделаем. Два. Раз, два, три, четыре. Никак не идет, да? Четыре, три. Можно. Симпатично даже. Три. Неспроста я поставил вот это. Раз. Два. Да, три, четыре. Это передоз. Да, это передоз называется. Раз. Два, три. Бывает.
Один. Два. Пять, шесть, да? Из грязи в князи, как говорится. Из грязи в князи. Раз, два. Три. Четыре. Можно так Как я выбрал за такое западение? Как я выбрал? Почти выбрался. Подожди, подожди. Раз. Два. Ты еще помогаешь своими кушами. Четыре. Ты еще помогаешь своими кушами. Смотри. Пять, три. Три есть. Опять. Сейчас, сейчас подумаю. Поинтереснее как-то сыграть. Наверное, вот этот три, пять. Один. Четыре. Один. Чего эту единицу не сделал? Пять. Три. Раз. Два. Три. Два. Два. Интересно. Давай шесть попробуем. Пять. Пять. Не забывай, мы с кубиком играем. Да, еще да. До пяти. Да, да, играем. Да. Ну тебя, смотри, как я тебя тут строил, так построил, все ты выскочил 6-3. Это 6. Это 3. Вон англичка ты выбежал. Есть, это пятерочка. 4, сладенькая, сладенькая. Два, три. Это пять, это шесть. Два, четыре. Три, один. Три. Один. Два.
Ой, красавчик какой. Раз, два. Только хотел ему давать, но он пятый, шестой кидает. Куда там 5-4? Только хотел давать эту кубку. И как давать ему? А как сейчас давать, да? Ну да. А как сейчас давать при такой ситуации? Да, родной человек. Только за счет кушей, если я смогу. Давай, давай, я уже. Как же я дам. Пошла такая пьянка. Пошла такая пьянка. О, 6-4, да? 6. И вот. А, я думаю, 6-4. 6. Вот. 6. Да. 4. Это 6. Это 4. На баштан. И баштан на скорость 4-3. Да, где-то в какой-то момент я думал, что ты должен будешь давать, а я должен буду брать. Да, я так и думал, но видишь. Ты пятый, шестой сбросил еще раз, да, молодец сегодня, кушаешь на славу. И даже не прошу, что и так? Даже не прошу. Это мелочь. И даже не прошу эти куши. Четыре-ноль. Матч до 5. Да. Вроде бы неплохо, но ты убежал так хорошо. 5-6. Я только думал, да. Вроде бы не так уж и плохо у меня. И нет, смотрю, как ты 5 сбросил, 6 сбросил. Все. 3. 5. Но уже, извините, шестерку, когда бросаешь, уже там шансов мало. 2, 5, 4. Да. До конца. Вот так. 4-1 ты сыграл. Вот отсюда с головы. Видишь, как люди, которые не бдительные в нардах, они могли бы не заметить эту ошибку. Знаешь, всегда надо перепроверять. 1, 2, 3. 4. Тогда да. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три.
Засранец такой. Угу. Засранец такой. Да чтоб шестой, да? Не знаю. Раз. Два. Три. Четыре. Понимаешь, что я тебе хочу сделать, да? Угу. 4. Я бы пятым сюда зашел. Да, возможно, 5. Возможно, 5. Возможно. 4, 2. Значит, это 5, а это 2. Что могу предложить? 5, 1. Я и думал, надо было другое закрывать. 4. Смотри. 4, 6. О, смотри, сейчас пойдут и пятерки. Пойдут и пойдут. Раз. Два, три. Еще одну. Пойдут и пойдут эти пятерки. 4. Еще. По-другому надо было играть. 4, 5. 2, 1. 1. 2. Ай-яй-яй-яй-яй. 1, 2, 3, 4. Держал там уже 5, 1. Жесть, как ошибся я.
Бабушка прописала. Бабушка? Бабушка доктором была? Да. Ну, смотри. 4. 2. Ну, как всегда, я должен быть. 6. 5. На тебя двоечку. Нельзя. Потому что, знаешь почему? Потому что правило Кроуфорда. Когда остается одно очко, вот ты сейчас выиграешь, допустим, будет 4-1, или 4-2, если с Масом выиграешь, то тогда сможешь в любой момент. А сейчас уже идет борьба за одно очко. Один. Пойти уже. 4-2. Нормально. Засиделся там. 2. 5, 6, 6. Вот они. 3-2. Пять бросаем, да? Угу. 3-2 пока. 5. Ага. Пока так. Шесть, значит. 6-3. Шесть и пять, вот они, вот они. Давай такое. 4-4. 2 сюда. 2 сюда. Пять, шесть. 5-5. Вытянул. Нормально. Я уже запутался. А нет. Матч до 5 не... Не расслабляйся. Да, и сейчас у тебя оружие в руках. Шанс. Тебе нечего терять сейчас. С кубиком. С кубиком тебе нечего терять. 6-5. О, видишь, тебе нечего терять. Знаешь, я беру. Потому что стартовал 6-5. Ну, нормально. Да. 4-6. Давай так. Главное, чтобы сейчас 5-5 какие-то не бросить. 6-6. Ой. Это 3. Это 4. Это один. Это пять.
два. Это три. Ты знаешь, а ну давай вот так перестроим чуть-чуть игру. Здесь чисто скоростная игра будет. Здесь чисто скоростная будет игра. 6-2. Сыграю. 5-1. Шестой. Хочешь? Не, не обязательно. Ничего страшного. 5. Раз, два, три.
не пошел. Холостую. Сергеевич, партия. Молодец. Как я не упирался, но ты дал силы. Завтра утром покажешь, с другими силами вернешься.